является противодесантная оборона побережья. Ракетные и артиллерийские подразделения способны мобильно в кратчайшие сроки развернуть свои силы на предполагаемом участке высадки морского десанта. Мальчики, присядьте там. Задача обороны побережья решается тремя самоходными арт-установками «Гвоздика» калибра 122 мм. Береговые артиллеристы способны уничтожить десантные корабли и высадочные средства на дальности 15 километров. Общее руководство огнем артиллерии осуществляет подполковник Игорь Шишков, командир батареи старший лейтенант Александр Кран. Огневую задачу выполняют самоходные артиллерийские установки, где командирами орудий младший сержант Илья Морозов, сержант контрактной службы Владимир Зряев, сержант контрактной службы Михаил Кондратьев. Все боевые расчеты владеют оружием мастерски. Снаряд! Заряд! Закрыть замок! Рука за шнур рвануть готова. По ревну такой рывок, как будто рвешь земли оковы. И вдруг орудие пристав, забыв, что мы с ним на пределе, швырнет неистовый металл за сотню кабельтовых целей. И полотно в мишенном кадре взметнет покорно белый флаг, как побежденная эскадра, пока неведомых боях.